18 боев, 18 побед досрочно и 0 поражений. Шавкат Рахмонов провел еще один громкий поединок в сильнейшей лиге мира против американца Стивена Томпсона. Казахстанский боец одержал уверенную победу и уже намерен отобрать главный титул дивизиона. О чемпионских намерениях «Намады» расскажет Алексей Цой. Терпит, терпит Стивен Томпсон. Все, да! Стучит! Да! За 5 секунд до окончания второго раунда все-таки сломил сопротивление Томпсона Шавкат Рахмонов. Шавкат Рахмонов продолжает свое шествие по головам высшего эшелона сильнейшей лиги в мире. На этот раз жертвой казахстанца стал американец Стивен Томпсон. Он известен своим карате и коронными ударами ног. Но ни один его прием не сломил казахского намада. Говорить о технике Томпсона можно много. Больше свидетельствует достижения. Он дважды становился претендентом на чемпионский пояс. В этот раз каменной стеной на пути к чемпионству стал Рахмонов и не дал шансу американцу. Практически половина раунда уже позади. Вот так вот набрасывают удары. Просто в прайдовском режиме в каком-то. И как бы не был опасен американец, Шавкат Рахмонов оказался гораздо сильнее. Абсолютная доминация в двух раундах. Для нашего бойца это очередная досрочная победа. Для оппонента первый проигрыш в карьере удушающим. Шавкат доказал, что достоин битвы за титул чемпиона. Шавкат Рахмонов выигрывает в этом поединке удушающим приемом. Интересный вечер получается. У меня на родине, в Казахстане, был большой праздник, День независимости Казахстана. Так что я хочу поздравить весь Казахстан с этим праздником. Что касается самого поединка, Стивен очень жесткий парень. Я рад, что смог финишировать его. И я считаю, что теперь я достоин биться за титул. Я считаю, что тот, кто сегодня выиграет титульный бой, должен стать моим следующим оппонентом. А действующий чемпион дивизиона Шавката Рахмонова Леон Эдвардс в этот же день защитил пояс лиги, причем уже во второй раз. Конечно, говорить о том, что промоутеры организуют этот бой еще рано, но нельзя отрицать тот факт, что казахстанский боец стал главным претендентом на звание сильнейшего. Следующий соперник будет еще более грозным. Любым из них я готов подраться. Дайте мне чуть-чуть отдохнуть, я от себя приду, подумаю, как, что дальше быть. Ну, а так я готов. Мне интересный титул забрать, кто там будет стоять, мне обязательно вот кто там. Мировое сообщество ММА, эксперты и менеджеры говорят, что следующий год для Рахмонова станет захватывающим. Однозначно, может не следующий, а через один поединок «Намад» получит титульный шанс. Сам же казахстанец уверен, что именно он самый опасный боец всего дивизиона. Алексей Цой, Первый канал, Евразия.